буквально час назад Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренных статьей первой частью 356 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Это применение запрещенных средств и методов ведения войны. Вы знаете, что сегодня Национальная гвардия Украины, применяя оружие, в том числе и тяжелое оружие, артиллерию, авиацию, бомбит гражданские объекты Донбасса. В нарушении Женевской конвенции 1949 года нарушаются права мирных граждан, бомбятся детские сады, больницы, школы и все гражданские объекты, находящиеся в городах Луганске, Донецке, Мариуполе и других. Несмотря на то, что не нашлось ни одного государства на Западе, которое бы увидело очевидное, что сегодня на Украине уничтожаются мирные граждане, Следственный комитет берет на себя ответственность возбуждения уголовного дела по этим фактам, и уже начинается сбор доказательств преступлений, которые сегодня совершаются на Украине. Я вас уверяю, что ни один из тех, кто сегодня совершает преступления, начиная от рядового Национальной гвардии, заканчивая теми, кто отдает такие преступные приказы, не уйдет от ответственности.